Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть футбол вместе с вами. Сегодня Вест Хэм встречается с Манчестер Сити. Number 13, Adrian. Number 24, Ryan Fredericks. Манчестер Сити забил больше всех в этом сезоне. Это самая результативная команда лиги. И, конечно, попробует свое звание одной из самых забивных команд в лиге в очередной раз подтвердить. В общем, я думаю, матч будет сегодня очень увлекательным и интересным. Number 11, Robert Snodgrass. Number 8. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. Кейн выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Смотрим состав Манчестер Сити. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Thank you. Enjoy the game. Вот еще один красавец стадион в Лондоне. Олимпийский, специально к Олимпиаде 2012 года его построили. Но теперь и футбол добрался до его поля на регулярной основе, я бы сказал. Редко тут проводятся футбольные мероприятия, что, кстати, очень жаль. Вместимость 80 тысяч зрителей пришлась бы очень кстати многим событиям футбольной Англии. И, к слову, это третий стадион по вместимости после Уэмбли и регбийного Твикенхэма. Кевин Де Брюйн. И правильно, долой мяч из штрафной. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Марко Арнаутович. Есть адрес у этой передачи. Потерял атаку нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Фернандини. Сильва! Вот это спасение! Сурового мяч будет введен в игру. Сильва подает. Удар. Кевин Де Брюйн. Марио Балотелли. Эден Азар. И пробил он по воротам. Санчес. Филиппе Андес. Карлос Санчес. Видит игрока впереди и отдает пас на корт. Навес не получился, мяч будет введен в игру ударом от ворот. Александр Зинченко. Азар цепляется за этот мяч. Давид Сильва. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Мяч ушел на угловой. Давид Сильва подает. Выбит мяч у штрафной. Рахим Стерлинг. Кевин Де Брюйн. Все правильно сделал вратарь. Просто отбил мяч в сторону. Судья показывает на угол поля. С углового подает Де Брюйн. И выносится мяч у штрафной. Стерлинг! Что творит? Не прекращается натиск на их ворота, и стадион продолжает их гнать вперед. Они ждут гол. Де Брюйн. Навешивать надо. Арбитр назначает угловой. Навешивает с углового Де Брюйна.
Нет, не получает от атака развития, и придется начинать все сначала. Пересек мяч боковую линию. Марко Арнаутович. Санчес. Теперь в атаке уже соперник будет. Райан Фредерикс. Александр Зинченко. Фернандини. Азар оказывается сначала. Марио Балотелли. Сильва. Сильва! Голкипер сыграл так, как и должен был. Вышел и легко забрал мяч. Казалось, вот-вот потеряет, но получается мяч сохранить. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Нельзя терять мяч на своей половине поля. Получите теперь опасную атаку. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Эмерик Лапорт. Кайл Уокер. Давид Сильва. Рахим Стерлинг. И есть поддержка у этой атаки. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Кевин Де Брюйн. Удар по воротам. Хорошо разобрался в эпизоде. Ворота спас. Мяч отбил подальше. Все верно, вратарь сделал. Угловой номер. Какой номер? Сильва подает. Удар. Эден Азар. Марио Балотелли. Фернандини. Александр Зинченко. Эден Азар. Ну и где же навес? Защитник подчищает, мяч выбит. Аут бросает Манчестер Сити. Эден Азар. Фернандини. Де Брюйна. Количество маний будут. Азар! Рано или поздно это должно было произойти. Слишком глубоко они сели назад. Да, оборонялись всей командой, но все же пропустили. Теперь нужно придумывать что-то новое. Вратарь среагировал и почти отбил. Почти. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Карлос Санчес. Аарон Кресвелл. Санчес. Отличный пас. Марко Арнаутович. Давид Сильва. Кевин Де Брюйн. Балотелли. Азар. Вряд ли в мире кто-то прогрессирует так быстро, как Эден Азар. Уже несколько лет подряд он обязательно получает какой-нибудь личный приз, где бы ни играл. Кевин Де Брюйне. Штанга, момент не закончен. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно. Сильва! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Каркас ворот помешал им увеличить свое преимущество. За соперника сыграла штанга. Я добавляю 3 минуты. Эден Азар. Марио Балотелли. Филиппе Андерс. Давид Сильва. Азар. Марио Балотелли. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику.
Закономерный гол, без всякого сомнения. В этом матче они выше на голову и рано или поздно должны были воплотить превосходство в гол. Знаешь, если провести параллели с боксом, то я бы сказал, что они прижали соперника к канатам и обрабатывают его по полной программе. Любимый счет Бориса Александровича Майорова. 2-0. Манчестер Сити начинает второй тайм. Пока что команда выигрывает. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Аарон Кресвелл. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Джон Стоунс. Рахим Стерлинг. Фернандиньо. Давид Сильва. Эден Азар. Мяч снова у Сильва. Марк Нобл. Уилшер. И разрезающий пас на ход. Находит эту передачу адресата. Опасно может быть. Шикарное спасение. Казалось бы, 100% гол. А нет, великолепная реакция вратаря. Как он вытащил. Мяч летит в центр штрафной. Плохая подача. Голкипер без труда забирает мяч. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Рахим Стерлинг. Передача на Сильву. Кевин Де Брюйн. Сильва! Легко справляется вратарь с этим моментом. Отходит глубже, чтобы получить мяч. Рахим Стерлинг. Все просто. Вынос. Давид Сильва перехватывает мяч. Наносит удар игрок. Опять угловой. Но сколько можно? Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Сильва подает. Ляпор. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Мануэль Лансинь. Филиппе Андерс. Марко Арнаутович. Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. Ну, грузи в штрафную. Без проблем играет на выходе вратарь. Мяч в его руках. Просто невероятный перехват. Де Брюйне. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Кевин Де Брюйн. Сильва. А вот это уже здорово. И вратарь забирает эту передачу. Хорошо мяч перехватили в атаке. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. ФСТМ флангом атакует, свободная зона там есть. Перекладина! Сильно ударил, чуть точнее бы. Хороший, опасный был удар, но вратарь показывает, что он все понимал и все видел. Угловой разыгрывают футболисты West Ham. Хорошо, успешно, полезно действовал в этом матче он, но тренер его меняет. И прямо Лукас Перес. Какой был удар, но нет гол. Да, возможно, это был сейв матча. Обыгрывает он своего соперника.
И подает в штрафную. Выбивает вратарь мяч после навеса. Навешивать надо. Навес на ближнем. Ужасное исполнение. Вратарь с мячом. И правильно. Долой мяч из штрафной. Серхио Агуэро. Андрей Ермоленко. Великолепно исполненный пас в разрез. Можно навешать. Филиппе Андерсон. От углового флажка мяч будет введен в игру West Ham. Подали мяч с углового в центр штрафной. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Навес напрашивается. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? West Ham готовится исполнить угловой удар. В центр штрафной мяч. Уинстон Рид. И мяч в сетке. И надо забить еще один. Время еще есть. Великолепный гол, прекрасно сыгран. Отлично разыграли угловой и классно забили. Счет 2-1. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Серхио Агуэро. Можно долго спорить, какой нападающий лучше. Тот, что очень результативен, или тот, что выстреливает в нужный момент. Когда речь... Азар! Азар! Мяч в ворота. Первый гол добавил ему уверенности, и он забивает второй, оформляя таким образом дубль. Три один счет. Результативный получается матч. До конца игры 7 минут. Марк Нобл. Андрей Ермоленко. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Очередной точный пас в его исполнении. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Филиппе Андерс. Мануэль Лансинь. Аут бросает. Манчестер Сити. Тренер решил сделать замену. По реакции трибун понятно, что футболист, который покидает поле, им очень пришелся по душе сегодня. Сыграл он, правда, здорово, и его вклад в игру был действительно велик. На мой взгляд, это лучший игрок встречи. Кевин Де Брюйне. Кайл Уокер. Кевин Де Брюйне. Рахим Стерлинг. Давид Сильва. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Еще один великолепный гол, и он подытоживает преимущество одной из команд. Вот молодцы. Этот гол никак не меняет расстановку сил в матче, атака порадует своих болельщиков. Команда старается, и спасибо ей за это. Да, команда уже решила свою задачу, добившись весомого перевеса по счету. Но играть в итоге не бросила, это приятно. Подходит матч к концу, приходится констатировать очевидное, борьбы у нас не получилось. Табличка в руках четвертого судьи, 3 минуты добавлено. Мануэль Лансинь. Филиппе Андерс. Мануэль Лансинь. Прекрасно играет защиту. Давид Сильва. Серхио Агуэро.
Все. Нет больше времени в матче. Манчестер Сити празднует победу. Не секрет, что многим болельщикам не нравятся некоторые наши комментаторские выражения. Вот многие не любят словосочетание «возить соперника». Они его находят достаточно грубо. Но согласись, сегодня это выражение подходит очень точно. Но мы с тобой знаем, что это футбольный сленг. Вот если бы не эфир, я бы выразился еще острее.